23-я миля, нужно подкрепление! Вас понял, скоро будем. Внимание! К вам с хвоста забрались зайцы. Мы займемся машиной. Эй, Бренда! Вы на прицеле! Гони, гони, гони! Открыть огонь! Контролю.
понять, кретин! Ладно, ладно, Армандо. Нет, не советую. Салют, Фрай. Рад вас видеть. А ну назад. Ку-ку. Нью, ты скоро? Не торопи меня. Слышите? Вы в безопасности. Мне нужны кусачки. Как ты? Его тут нет. Подходите! Так, послушайте. Я знаю, вам круто досталось. Хотелось бы сказать, что трудности позади. Но они не закончились. Порог не отступает, они ищут нас. Ведь у вас есть то, что им нужно. У вас иммунитет к чуме, которая уничтожает человечество. Они думают, что вас можно принести в жертву, чтобы найти лекарство. Ну, а я нет. Скоро мы приведем эту ржавую лохань в порядок и уплывем к черту отсюда. Мы отправимся туда, где порог не сможет вас найти, где вы сможете все начать заново. Там будет ваш новый дом.
Ну как, доволен? Просто блеск. А самочувствие? Шикарно. Просто спросил. Да я знаю, что просто спросил. Все просто спрашивают. Не волнуйся, когда шизанусь, ты узнаешь первым. Идет? На, попей. Что-то вы не спешили на выручку. И я рад тебя видеть. Что случилось? Я отбивался. Ну, пытался. Чудо, что вы нас нашли. Они столько перевозили нас. У них какие-то перемены. И куда же они направлялись? Они постоянно говорили про город. Я думала, городов больше нет. Их действительно нет. Если не считать руины. Так, но почему в поезде не было Минха? Прости, Томас. Но он был. Отбили человек 50 где-то. Еще уточняем. Но пилот хорошо все видел и думает, что это были они. Конечно, они. Кто еще? А что там с Белджем? Видимо, кто-то из них знал про локатор. Они исчезли бесследно. А4. В19. Мы прочесываем округу, но... пока безрезультатно. Да никуда они не денутся. Он не получил того, что хотел. Вот, вот здесь. Сюда привезут Минха. Судя по расположению железнодорожных путей, они направлялись туда. Мы возьмем с собой всех, кто еще может сражаться. Вернемся через неделю. Через неделю? Мы добирались сюда полгода. И теперь здесь больше сотни ребят. Нам нельзя торчать тут после того, что мы провернули. Ты выбрал какое-то место на карте, но что там, ты не знаешь. Я знаю. Давным-давно, но я там был. Последний город. Так его назвали в пороке. Там была операционная база. А если тот город еще цел, тебе не надо туда соваться, Арман. Это львиное логово. Мы уже такое проделывали? Да, после долгого планирования, имея надежную информацию. И эффект внезапности, а сейчас этого нет. Винс, я все продумал. Можешь меня... Когда мы в прошлый раз дернулись, все чертя голову, я потерял все! Ты помнишь это? Я знаю, что речь о Минха. Но я не поставлю под угрозу всех ребят из-за одного человека. И не проси. Черт, вырубите свет! Живо, живо!
Ну и куда это ты собрался? Нет, не валяй дурака. Я с тобой. Идем. Нет, нет, в этот раз я один. И даже если мы найдем Минха, нет гарантии, что мы выберемся оттуда. Так тем более тебе нужны помощники. Мы начинали вместе. Вместе и закончим. Хорошо. Тогда поехали. Стой! Да подождите! Thank you.
Это не так эффективно, как лабиринт, но вроде работает. Обнадеживает. Но нам нужно больше образцов для работы. Хорошо. Продолжайте. Обязательная проверка на инфекцию. Через 2 мили. Хочешь сунуться туда? Не хочу показаться полнейшим пессимистом, но будь я шизом, я укрылся бы именно там. Боюсь, у нас нет выбора. Я сяду вперед. Помедленнее, не торопись. Объедем. Давай. Потихонечку. Потихонечку. Прикрой глаза. Ты ничего? Все, моя рука. Стой. Томас, сможешь вылезти? Черт, давай с той стороны. Пытаюсь вылезти.
Нет, ты цел? Да, кажется. Фрай, ты как? Ну все, влипли. Трапен, надо валить, срочно! Сейчас! Живей! Фрай, погоди! Что ты делаешь? Давай! Сейчас! Давай, тащи скорее! Надо валить! Давай! Редко стреляешь, а то. Все, погнали. Давай. Фрай, уходим! Скажи, бежи! Быстрее, быстрее, быстрее! Осторожно! Патроны есть? Да! Сюда, сюда! Не сюда, туда! Кончились! Что вы? Вы почти день продержались. Ты цел? Да. Простите, я не хотел вас путывать. Это он хотел сказать спасибо, что спасли нас. Пожалуйста. Вы особо не надейтесь. Тот КПП был последним рубежом защиты города. Раз он захвачен, возможно, захвачен и город. Если они не нашли другой способ не пускать туда шизов. Забавно. Мы 3 года пытались выбраться из стен ловушки, а теперь рвемся обратно. Да, ухохочешься. Как туда проникнуть? Не спрашивай, Армана. Это новые стены. Порог так решает все проблемы. Ну что стоять тут без толку? Поехали! Он там. Разберемся. Слушай, она ведь тоже там. Люди начинают терять веру, доктор. Когда вы объявили об изоляции, вы уверяли, что это временная мера предосторожности. Почему вы сейчас перекрыли доступ? Потому что все меняется. И не к лучшему. Скорость заболеваемости увеличилась в 3 раза. К счастью, похоже, мы на пороге прорыва. Это наш объект А7. Он проходил испытания в лабиринте более 3 лет. Возникшие в результате антитела были сильнее всех аналогичных. Извлечение новой сыворотки уже происходит. И с вашего разрешения мы готовы начать испытания на людях.
Спасибо, доктор, это впечатляет. Но мы через это уже проходили. Признаюсь, все мы уже не знаем, не лучше ли... Использовать ресурсы для чего-то другого. Например? Для безопасных зон, защищенных зон, таких как наша. Мы спасли бы как можно больше людей. А именно? 1000? 2000? И то, если ваши защищенные зоны останутся защищенными. А это нереально. Зараженных уже в 3 раза больше, чем здоровых. Вы всего лишь отсрочите неизбежное. Кто-нибудь из ваших близких стал жертвой вируса? Племянница. Анна. Мне жаль, что мы не смогли ей помочь. Но представьте, что мы смогли бы справиться с вирусом. Ужиться с ним. Представьте, вы сказали бы своей племяннице, что дадите ей возможность прожить жизнь нормально. Мы как никогда близки к получению лекарства. И мы очень многим пожертвовали ради этого. Не допустите, чтобы эти жертвы пропали впустую. Ты умница. Им порой не угодишь. Ты все сделала идеально. Отсрочить неизбежное. То же самое Томас говорил о нас. Ты еще думаешь о нем? Я могу помочь убрать эти воспоминания. Нет смысла за них так цепляться, а процедура простая. Смысл есть. И я хочу помнить. И все это будет оправдано, только если мы найдем лекарство. Хорошо, если так. Живут в аду. Держимся рядом. Вы это голос! Безгласные! Они укрылись там за стенами! Думают, что можно приберечь для себя лекарство и смотреть, как мы тут гнием и подыхаем! Но нас куда больше, чем их! Нам надо! Нам надо восстать! Восстать за нас! Дженсона. Беспилотник засек его за стенами. Оружие к бою.
отправить туда патруль. И пусть ищут, пока не найдут его. Мы все на одной стороне. На одной, да? На одной? Ты кто вообще? Салют, новичок. Гали? Помню, я тоже при этом был, так? Но еще я помню, что его ужалили, и мозги у него были набекрень. Ну, успокойся. Ладно, давай. Я получил за дело. Кто еще? Фрай? Ньют? Ты его знаешь? Он был нашим другом. Как это может быть? Мы видели, как ты умер. Вы бросили меня умирать. Если бы мы вас не вывезли, вы бы уже погибли. На кой вас принесло? Минхо. Порок держит его здесь. Нам бы пробраться туда. Я помогу. Идемте. Я никуда с тобой не пойду. Решай сам. Но я могу провести вас внутрь. После лабиринта меня подобрала одна группа людей. Они поняли, что я иммун, подлечили. И доставили сюда, к Лоренцу. Эта группа воюет с Пороком еще с тех пор, как они захватили город. И Порок не отсидится за стенами. Придет время, они за все поплатятся. Слушайте, к нему мало кто ходит. Так что говорить с ним лучше мне, ладно? И не таращиться. Галя, я рад, что ты вернулся. Джаспер все мне рассказал. Там была бойня. Мы ничего не могли сделать. Да. Но они ворошат осиное гнездо, и когда-нибудь их покусают. А кто эти люди? Почему они здесь? Галя сказал, вы можете помочь нам проникнуть за стену. Но Галя зря дает невыполнимые обещания. Вдобавок, стена – это лишь половина проблем. Проникнуть в порог невозможно.
Может и возможно. Только без Томаса это не получится. Да что ты. Ты знаешь, кто я? Томас. Я бизнесмен. А это означает, что я не рискую без надобности. Почему я должен тебе доверять? Да потому что, проникнув туда, я смогу добыть то, что вам нужно. И что же мне, по-твоему, нужно? Время. Каждая его капля. Разве это мне нужно? Каждому нужно свое. Ну, давай так. Пока пойдут двое. Остальные побудут у меня. Страховочка, чтобы вы не забыли сюда вернуться. По рукам? Галя, покажи дорогу. Будь осторожен. Галя, береги их. Да. Просто супер. Не отставайте, нам долго топать. Мы готовы. Как чувствуешь себя? Ничего. Мне это поможет? Я надеюсь. А помнишь, ты рассказывала мне историю про свое детство? Я... нет, не помню. Про дом у озера? Жуться! Я знаю, знаю. Вот и все. Готово. Ты такая храбрая. Потрясающе. Когда вы сможете вводить его зараженным? Слишком милосердно для человека, открывшего огонь по толпе. Просто возник шанс выполнить поставленную задачу. Безрезультатно, как оказалось. Патрульные не обнаружили тело.
Томас все еще где-то там. А что она? Она знает? Нет. И не должна. Мне надо, чтобы она не отвлекалась. Усильте меры безопасности по всему городу. Я рассчитываю, что вы с этим справитесь, Дженсон. Сильно отличается от Глейда. 15 минут до начала комендантского часа. Проследуйте домой, соблюдая порядок. Помните, это нужно для вашей безопасности. Так, с улицы надо убираться. И не стоит так глазеть. На вас обратят внимание. Усилили. Думаю, что это связано с вами. Ладно, вперед. Если Минха у порога, они держат его там. Лоренс много лет искал путь туда. Там полным-полно солдат. Везде камеры наблюдения. Сканеры на всех этажах. Прям неприступная крепость. Но ты же знаешь, как ее взять? Возможно. Возможно? В каком смысле? Гляди. Я сказал, что знаю как. Но не говорил, что тебе понравится. Нет, найдем другой способ. Ты же видел то здание. Она наш единственный ключ. И ты думаешь, она нам поможет? А я не собираюсь спросить ее согласия. Я что-то недопоняла. Это та девица, которая предала нас, верно? Та тварь? Крутая. Что происходит? Ты просто боишься за свою подружку. Ты явно затеял это не только ради спасения Минха, так? Что, о чем ты? О Терезе. Это из-за нее. Минха сейчас нет с нами. У нас наконец появилась возможность вытащить его. И ты теперь что, не хочешь из-за нее? Она все еще дорога тебе, да? Признайся. Нет, я... Не ври мне! Не смей врать мне!
Простите. Прости, что наехал на тебя. Кажется, это уже не скрыть. Почему не сказал? А что бы это изменило? Видно, порог поместил меня в лабиринт не случайно. Может, для того, чтобы понять, чем иммуны вроде тебя отличаются от таких, как я. Мы сможем исправить это, Ньют. Да, это точно. За меня не волнуйся. Главное сейчас Минхо. Мы очень нужны ему. И если есть хоть малейший шанс спасти его, мы это сделаем. Мы просто обязаны вытащить его оттуда. Неважно, какой ценой. Да, согласен. Поднимаем. Минхо. Ты слышишь меня? Тут есть девочка. Ее зовут Шаи. Она заразилась 3 недели назад. А ты, Минхо, ты спасешь ее. И ты можешь спасти очень много других людей. Все, что мы здесь задумали, получается. Ты понимаешь? И именно поэтому это так важно. Я должна была сказать. Тереза. Минхо. Минхо. Тварь! Тебе верили! Эй, ты! Отпусти ее! Пустите! Пустите! Предательница! Я убью тебя! Ты их всех погубила! Тереза, вас зовут в лабораторию. Что-то серьезное. Сожалею, Тереза. Но ты не виновата. Ты сделала все, что могла.
Томас. Здравствуй. Тебе сюда нельзя. Если Дженсен узнает, что ты... Ненадолго. Я должен был тебя увидеть, чтобы спросить кое о чем. Ты жалеешь о том, что сделала с нами? Временами. Но я верю, что это правильно. Я сделала бы это снова. Ясно. Пытаетесь снять напряжение? Красиво, правда? Да. Прекрасный город. Угу. Стены. Поразительно, на что способны люди, если стоит вопрос о выживании. Если надавить, они сделают все, что угодно. Пересекут любую черту. Это небольшая неудача. И ничего страшного нет. Уже есть. Вирус распространился за стены, по воздуху. Сыворотка была последним шансом. Все, кто еще не заразился, заразятся в течение месяца. Ну что ж, мы решим вопрос. Эвакуируем только необходимых сотрудников, создадим другую безопасную зону. Сейчас у нас есть 28 иммунов, но я уверен, что можно найти еще. Конечно. Вы бы их нашли, вы бы их выловили всех до единого. Несмотря на все, что мы с ними сделали. На испытания, которым подвергли. Мы хотя бы привили им навыки выживания. Может быть, они преуспеют там, где мы потерпели крах. Вы что, правда собираетесь отступить? После всего, что было? Вопрос не в том, чтобы отступить, а в том, чтобы понять, что ты проиграл. Гали? Вот что сейчас будет. Мы зададим тебе ряд вопросов. И ты расскажешь все, что нам нужно знать. Начнем с простых. Где Минха? Неужели вы всерьез думаете? Не Томасу. Говори не ему, а мне. Он тебе не поможет. Мы знаем, что Минха у вас в здании. Где? Их держат всех вместе. Этаж минус 3. И сколько их там? 28. Могу это провернуть? Нет. Нет, доступ к этажу ограничен. Там на входе распознается отпечаток большого пальца. Поэтому ты пойдешь с нами. Ну, не знаю. Не так уж она и нужна. Верно. Нам ведь
Нужен только палец. Галли, завязывай. Кишка тонка. С Минха она проделала кое-что покруче. План другой, отвали. А хоть так, хоть так. Через главный вход вам все равно никак не пройти. Сенсоры засекут вас как только... Знаем, мы меченые. Собственность порока. Ты с этим нам поможешь. Так, сейчас будет больно. Давай уж режь. Ей это по кайфу. Я тоже заметил. Вот, примерьте. Ага. Ща. На, держи, старина. Впереди дальний путь. Мне точно нет говорить тебе. Это твой последний шанс. Для тебя не характерно уклоняться от боя. А для тебя рваться в бой. Я всегда боюсь, что выйду за дверь и больше тебя не увижу. Подумай, ну с какой стати опять рисковать головой ради незнакомцев? Когда-то и мы не были знакомы. Ты только не тяни. Что это? Я быстренько. Хорошо выглядит. Как здоровая. Где брали сыворотку? Ты это о ком? О Бренди. Я думала, что она уже умерла. Давно ее лечили? У правой руки. В тот самый день. Но прошел не один месяц. Томас, этого не может быть. Это должно было вернуться. Не может быть, что она до сих пор... Ладно, хватит. Ты мне не веришь? А ты ждешь, что поверю? Ты сделала выбор. У вас все в порядке? Да. Мы закончили. Не выйдет. Ты был влюблен в нее? Я не знаю. Твоя беда в том, что ты не можешь бросить человека даже в момент, когда это нужно. Ты не можешь спасти всех, Томас. Могу попытаться. Не останавливайся.
мы в это войдем. Стойте, стойте. Я подключусь здесь. Стой здесь. Кинь мне рацию. Фрайпен, мы вошли. Что у тебя? Да, я уже лезу. Передавай Минха привет. Удачи, друг. Сработает. Бренда, как у тебя? Нормально, я в процессе. Главное не упустить момент. Не волнуйся, ты же меня знаешь. Пошли. Есть сигнал. Галя это сделал. Мы там. Хорошо. Дайте мне все. Мне нужен контроль. Странно. Система глючит. Я проверю. Все, уходим. Ну? Так, ребята, все хорошо. Выходите. Нет, посмотрю в другой камере. Нет, все хорошо. Идем. Как попасть в хранилище? Никак. Не бойтесь, выходите. Ребята, понадобится время. Что он может умереть, если взять сразу так много? У меня приказ. Дженсену нужно все. Его перевели в медицинскую часть. Томас, это на другой стороне здания. Веди меня к нему. Прямо сейчас. Я иду с вами. Нет, нет. Оставайся здесь, пока Галя не добудет сыворотку. Тебе в одиночку не справиться. Минху важнее всего, ты забыл? Да идите и поторопитесь. А встретимся у дальнего выхода. Ладно, годится. Идем. Эй, новичок. Удачи. Много работаешь. Этим ты мне и нравишься. Как бы плохо ни шли дела, ты все равно никогда не сдаешься.
В такие времена очень нужен надежный друг. Буду иметь в виду. И тебе следует кое-что знать. Это между нами. Томас здесь. Камеры засекли его около стен. Ава не хотела, чтобы ты знала, но есть шанс, что он попытается с тобой связаться. Короче, я верю, что ты сообщишь мне первому. Вы убьете его? А это проблема? Мой этаж. Послушай, что я скажу. Эта сыворотка не спасет Ньюта. Она даст какое-то время, но... Не слушай ее. Она тебе мозг вынесет. Томас, послушай. Ты же знаешь, что творится. Люди умирают. Этот мир гибнет. У тебя в крови есть то, что мне непонятно. Открой. Если я сделаю анализы, то я смогу тебя защитить. Так же, как ты защитила Минха? Надень шлем. И сколько людей вам нужно? Сколько ребят нужно поймать, замучить, убить, а? Скажи, когда это кончится? Когда мы найдем лекарство? Никакого лекарства не существует. Не трать слов понапрасну, Тереза! Он давно сделал выбор. Бросить оружие! Назад! Скажи, чтобы ушли! Скажи, чтобы ушли! Эй, Томас, брось! Это же я. А я тебя прекрасно знаю. Ты ее не застрелишь. Ты так думаешь? Ладно, посмотрим. Застрели ее. Докажи, что я не прав. Застрели ее. Я вам просто помогла. Все перекрыто, они не уйдут. И брать их только живыми. Идем, идем! Вперед, исполняйтесь! Все, надо уходить. Срочно. Не отставайте. Держимся вместе. Слушай. Ты головой отвечаешь. Ты понял? Ну что? Вперед! Перекрыть все выходы! Добрав ты всех на 20-й! И вырубить эти чертовы сирены! С тобой. Нет, стой, останься тут. Жди здесь, я найду его. Жди нас, ладно? Не волнуйся, ждем. Что у вас? Пока не следа, сэр. Да, но они где-то здесь, найдите их. Вы туда, остальные за мной, вперед! Есть, сэр! Вас понял.
Все идите тихо. Дайте еще дозу успокоительного. Живо! Я сказал лежать! Минха! Это не сон? Бежи! Сюда! Бежи! Бежи! Сюда! Туда! Ладно, прокатит. Надо только чуть разбежаться. Почти все! Это уверенно? Не очень. Вдохновил. Да, зажигательная речь.
Ты живой? Да. Не с места, все трое. Ну вот, приехали. Спокойно. Тихо, тихо. Даже не думай. Встань на колени. Руки поднять. Гали? Минха. Ну вы и психи. Я потом объясню. Вести поиск. Объявить военное положение, пока их не найдут. Уже сделано. Мы засекли автобус, идет преследование. Автобус? Зараза! Держитесь! Выйти из автобуса! Сидите тихо. Вы молодцы. Отойти от автобуса! Я сказал отойти от автобуса и поднять руки вверх! Бросить оружие! Вперед, вперед, скорее, скорее! Автобус не дошел ее! Далеко, не назад!
Отлично. Все выходим. Они еще здесь. Ну, они в бешенстве. До туннеля далеко? Кварталов 12 отсюда. Справимся. Ньют, как ты? Ужасно. Но я рад тебя видеть. Он давно заразился. Надо поскорее добраться до Бренды. У нее сыворотка. Все, пошли. Эй, Ньют. Давай, друг. Вставай, пойдем. Тихо. Стоишь? Да. Ты помогаешь Гале? Я же копьем тебя проткнул. Ну, с кем не бывает. Ребят, стойте! Где все? Ждите здесь. Томас! Эй! Лоуренс! Никого нет. Да, я не красавчик. Но все мы знаем, кто наши враги. Они за теми стенами. У них там есть прозвище для таких, как мы. Они зовут нас шизами. А я считаю, что они монстры. Эту войну начали они. Но сегодня... мы ее закончим. Идите за мной. Идите за мной, и мы покажем им лица людей, о которых они решили забыть! За мной, и город станет ваш!
приготовиться открыть огонь из орудий. К орудиям нет доступа. Заблокировано. Почему ты до сих пор здесь? Надо уходить. Нет, я не могу. Я не уйду без Томаса. Слишком поздно, он скрылся. Нет, нет, вы не понимаете. Нужно еще. Вот, взгляните. 10 вируса не просто замедляется. Он погибает. Нам нужна кровь Томаса. Туннели там впереди. Эй, эй, пригнитесь, пригнитесь, пригнитесь. Давай сюда. Садимся, садимся. Нам не выбраться. Погоди, ты о чем? Забери остальных. Вывези ребят, пока еще можно. Нет. Бренда. Я тебя не брошу. Ясно? И не спорь. Даже если нужно. Каким образом? Наша пташка прилетела! Ждите нас у туннелей! Винс? Я тоже рад тебя видеть. Подобрал бродячего пса. Все, летим отсюда. Пока что нет. Томас до сих пор внутри. Тогда за ним. Отлично. Живо, все, садимся! Быстренько! Быстренько! Быстренько!
Синха. Давай бегом. Возьми сыворотку и обратно сюда. Инха, бегом. Давай, а я прикрою. Спасибо. Спасибо, Мина. Эй, только держись. Договорились? Сейчас. Надо вставать, давай. Пойдем. Пойдем. Томас. Все остальное потом. Надо уходить, давай. Давай. Должен это сделать. Вставать. Слышишь, надо. Света? Пожалуйста, возьми это. Пожалуйста. Ладно. Слушай, давай-ка, соберись силами. И мы вместе пойдем. Сейчас. Ты готов? Ну-ка, готов? Поехали. Раз, два, три. Ребята, не выходите! Господи. Не волнуйтесь, скоро мы улетим. Здесь нельзя оставаться. Подождем. Они придут. Давай. Уже почти пришли. Давай, держись. Нет, 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 нет. Не верить мне, но я... Прошу тебя вернуться. Томас, ты можешь спасти Ньюта. Для этого еще есть время. Тому, что Бренда здорова, есть объяснение. Это твоя кровь. Это твоя кровь. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Она не болеет, потому что ты ее вылечил. И это может произойти не только с ней. Не только с ней. Тебе нужно только вернуться. И все это наконец закончится. Пожалуйста. Я жду тебя. Знаю, ты поступишь правильно. Нет. 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 Убей меня! Нет. Очнись.
Нет. Я мог вас спасти. Ты можешь спасти всех нас. Остальных. Я обещаю. Я... Томас. Ты зря не сбежал. Thank you.
знаешь, что это за место, Томас? Это спасательная лодка. И хотя весь мир идет ко дну, нам не обязательно тонуть вместе с ним. Еще долго? Почти готово. Почему бы просто не убить меня? Убить тебя? Нам это ни к чему. Наоборот, мы будем беречь тебя. Ты останешься живым. Почти. А взамен ты поможешь нам остаться в живых. Но тем, кого мы решим спасти. Конечно же, на всех ее не хватит. Надо будет принимать непростые решения. Со временем вирус вспышкой изживется. Но вот вопрос. Кому же до этого удастся дожить? Ты даешь нам вот это. И теперь мы, наконец, сможем решать, каким мы хотим видеть будущее. Твое здоровье. Так, надо уходить. И держи. Давай, уходи. Уходи отсюда. Ну уж нет. Без тебя я не уйду. Я думал, мы друзья.
может, тебе просто свойственно предавать самых близких тебе людей. Зачем затягивать? Мы оба знаем, что отсюда нет выхода. Давай сделаем так, чтобы это не было слишком болезненно. Томас. Возьмите это. Не трогайте его. А тебе-то что до него? Думаешь, он особенный? Он просто подопытная крыса. У него дар от рождения, он его не зарабатывал. Он его недостоин. Может быть. Но он ему дан. Так, ну а ты, Томас? Что скажешь ты? Не многовато ли крови из-за тебя пролито? Ты не смог застрелить ее, а я смогу. Хорошо? Ладно. Как знаешь. Джейсон! Ты промазал, мелкий говнюк. Разве? Давай. Нет.
Мы проделали вместе большой путь. Многие стольким пожертвовали, чтобы это место стало реальностью. Ваши друзья, ваши родные. Так выпьем за тех, кто не смог сюда добраться. За друзей, которых мы потеряли. Это место создано для всех нас. А это в память о них. Так что каждый из вас, приходите сюда и вспоминайте. И добро пожаловать в Тихую Гавань! Славная у нас здесь будет жизнь. Это было у тебя, когда ты отключился. Я решил, что это важно. Спасибо. Увидимся. Да, пока. Дорогой Томас, это, похоже, мое первое письмо. Естественно, я не помню, писал ли я их до лабиринта, но даже если оно не первое, скорее всего, оно будет последним. Главное, знай, я не боюсь. Смерти, по крайней мере. Страшно забывать. Я теряю себя из-за вируса, и это меня пугает. Поэтому я каждый вечер вслух повторяю их имена. Алби, Уинстон, Чак. Я повторяю их и повторяю как молитву. И я снова все вспоминаю. Мелочи, например, как изумительно солнце освещало Глейд в момент перед тем, как оно скрывалось за стенами. Вспоминается вкус рагу Фрайпана. Я и не думал, что буду так по нему скучать. И я вспоминаю тебя. Как ты первый раз появился в лифте. Просто напуганный новичок, который даже имени своего не помнил. Но в тот момент, когда ты побежал в лабиринт, я понял, что пойду за тобой куда угодно. И я пошел. Как и все мы. И я прошел бы через все это снова. И не стал бы ничего менять. Я надеюсь, что, вспоминая все это много лет спустя, ты сможешь сказать то же самое. Будущее теперь зависит от тебя, Томми. И я знаю, что ты найдешь верное решение. Как всегда. Пожалуйста, береги всех ребят. И береги себя. Ты достоин счастья. Спасибо, что был мне другом.
Прощай, дружище. Ньют.